Майские праздники, мы ожидаем повышенный интерес к нам, потому что мы открыты всегда, круглый год, а в майские праздники здесь очень будет тепло, очень хорошо. Уже санаторно-курортный комплекс Анапы активно начал подготовку к курортному сезону, идут работы по благоустройству, по озеленению. Мы ожидаем, если это осторожно сравнить, в прошлом году где-то четверть курорта была занята и востребовано именно на майские праздники. В этом году мы планируем, что рост составит от 10 до 15%. Эта обстановка продиктовала такие реалии, что все-таки безопасный отдых, он намного важнее. Что без нервных потрясений? Человек приехал сюда, здесь комфортно отдохнул и комфортно вернулся. Мы реально это анализируем и мониторим динамику цен, которые предлагают наши средства размещения. Самое главное, что в этом году мы не увидели какого-то скачка или роста именно цен. Это радует. То есть подъем от 7 до 10%. То есть в рамках существующей инфляции.